Президент Армении Серж Саргсян вручил дипломы будущим врачам. Торжественная церемония прошла во дворе больницы старейшего медицинского университета страны. Впервые в таком формате. За время своего существования медицинский университет подготовил более 30 тысяч врачей. Многие из них работают в самых престижных больницах Армении и других странах. Сегодня в ВУЗе получают профессию студенты из более чем 10 государств. Мы собрались здесь, чтобы наши выпускники дали традиционную клятву Гиппократа. Для нас эта больница – святое место. Не только потому, что она символизирует историю нашей медицины. Вместе с армянским народом она пережила все испытания, дарованные историей. Хочу обратиться к нашим выпускникам. Будьте предприимчивыми и ответственными. Через 2 года университет отметит уже вековой юбилей.